Модное – это хорошо забытое старое, уверен Кутюрье Валентин Юдашкин. Этим летом вспоминаем женственные 80-е. Приталенные жакеты с кокеткой, брюки-бананы, мини. А уже осенью в моду вернутся 90-е. 90-е годы – это, наверное, расширенная линия плеча. И вы видите, это уже жестко сконструированные жакет, который имеет такую футуристическую форму. Примеряем актуальные фасоны вместе с певицей Зарой. Темные цвета, четкая линия плеча, геометрические формы, даже маленькое черное платье в стиле 90-х выглядит немного иначе. Я не знаю, как это на языке мира моды называется. Вот эта деталь, она потрясающая. И я себя в нем чувствую такой дюймовочкой. На основе геометрии такое сложно сочиненное платье. Женщина будущего сезона – настоящая леди. Гардероб родом из 90-х будто специально создан для нее. Мы видим блузу черно-белую, узкую юбку из трикотажа. Я думаю, что это две главные темы в следующем сезоне. Объемный верх, очень зауженная юбка, это сигарета, большой каблук, образ первой комсомолки очень интересен и на сегодняшний день очень важный. Еще один модный образ нового сезона никак не обойдется без кожи и блеска. Я помню, когда появилась кожа, это были такие рокерские, панковские вещи, и они звучали и в музыке. Вот сейчас, наверное, эта линия, такими вздернутыми и седловидной линией плеча, это как раз дань тому времени. Темные цвета, кожа, широкие плечи, четкие геометрические формы. Тренд будущего сезона определен. Выразительные 90-е. Альбина Шакирова, Эмир Тазудинов, Первый канал.